Сказать, что я доволен качеством игры, нет. Но результатом однозначно мы довольны. Нам нужна была сегодня победа. Она такая стала тяжелой, скажем так. Потому что мы старались начать играть в свой футбол, да, но соперник, еще раз говорю, защищается большим количеством, достаточно плохо и плотно. И поэтому много брака допускали в развитии атаки, и не получалось. То есть много чего не получалось. В первом тайме в начале, потом переломили, хорошо забили голы. Ну, а второй тайм мы тоже дали сопернику чуть. Скажем так, мы опустились, старались уже его